Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и это будет необычное видео, это будет видео-трейлер. Да-да, если вы мой гость, если вы пришли первый раз, или если вы мой постоянный зритель, то, пожалуйста, останьтесь и послушайте, потому что это очень важное видео. В этом видео я расскажу о 10 топ-бесячих вопросов, которые мне задают. Но не столько они меня бесят, сколько они просто надоели, и они надоели не только мне, но и моим постоянным зрителям, которые уже просто устали на них отвечать. Постоянно в комментариях, в прямых эфирах и так далее. Это видео будет у меня просто как трейлер для того, чтобы человек, который только зашел ко мне, сразу ознакомился со мной, сразу понял, как я отвечаю, что я отвечаю на топ бесячих вопросов, постоянно задаваемых вопросов и неустанно задаваемых вопросов. Они просто не скончаются. Но и немного я расскажу о своем канале, что конкретно вы здесь увидите. Постараюсь видео сделать очень коротким и емким, для того, чтобы вы сразу поняли, где вы, и сразу определились, оставаться вам на моем канале или нет. Итак, для начала, так как это трейлер, давайте я расскажу, что вы увидите на моем канале, о чем вообще мой канал. Мой канал — это больше лайв, я бы так назвала. Мой канал обо мне, о моем опыте. Я делюсь своим опытом и рассказываю. Я хочу, чтобы все девочки были красивые, счастливые. И, в общем, счастье заключается всегда в разном. В общем, индивидуальный подход, но есть какие-то общие моменты, о которых я могу рассказать. И только люди, которые действительно нуждаются в этом, которые могут увидеть что-то полезное для себя, остаются здесь и становятся моими постоянными зрителями. Также я могу рассказывать о бьюти каких-то вещей. Я не бьюти-блогер, но я девочка, которая умеет ухаживать за волосами, краситься, ну, когда умею, когда нет, смотря что. Но точно так же учусь, показываю, экспериментирую со своими волосами, с косметикой, со всем на свете, и об этом я обо всем рассказываю на своем канале. То есть бьюти-тематику, естественно, каждая девочка может рассказать, не будь при этом бьюти-блогером и не позиционируй себя так. Но бьюти-тематика есть. Также я мама, я считаю, что я молодая мама, мне 32 года. И фишка моего канала — это мой ребенок. Вы его можете в любом видео услышать на фоне, и я радуюсь, когда он у меня на фоне. Звучит, что-то балякает и так далее. Это украшение моего канала. Поэтому, если вы не любите детей и вас бесит что-то, то тоже не смотрите мой канал, потому что ребенок — это неотъемлемая часть моей жизни. Я никогда не закрою ему рот, и в дальнейшем он будет только со мной рядом, вместе в кадре. Пока что он только на фоне. А сейчас, если я ничего не вспомню, я могу выделить свой канал на несколько таких типов. Это как стать счастливой и успешной женщиной и в отношениях с мужчиной, потому что мне есть что передать, у меня неплохой опыт в этом смысле, и еще по образованию я психолог, хотя я не закончила психологическое отделение. Знаете, психолог — это как от природы. Во всяком случае, очень много хороших отзывов, когда я помогаю людям, и я, в принципе, продолжаю это делать. Поэтому, если психологические какие-то вопросы есть, как и что делать, помогу, расскажу, чем могу. Очень много девочек пишут мне в личные сообщения и в комментариях, и я с радостью отвечаю, только чтобы вы были счастливы. Передаю свой опыт. Далее, я люблю экспериментировать с волосами, с косметикой, все такое. Я люблю поржать, это больше не обучающие какие-то моменты, хотя есть у меня обучающие ролики, но это в прошлом. Сейчас я больше смеюсь, веселюсь и так далее. Я человек спонтанный, да, что хотела сказать. На моем канале нет подготовленных видео. У меня все видео спонтанные. Вот сейчас я помыла голову, накрасилась, тра-ля-ля, села и рассказываю вам. Ничего я не готовила. Единственное, что я это записала, чтобы не забыть топ-10 бесячих вопросов. Вот они на бумажечке. И все. Просто я буду их говорить, а отвечать я буду на них спонтанно. У меня нет заготовленных ответов. Ни на одно видео я не готовлюсь. Это я. И не было бы этого канала, если бы я готовилась к видео. Потому что моя жизнь вся спонтанна. Вся спонтанна. Поэтому никак не получилось бы у меня, у такой спонтанной девушки, готовиться к видео и снимать их заготовленными. Это не ко мне. И еще, если вы любите умные такие каналы, с правильными словами подобранными, о каких-то супер правильных вещах говорить, все должно быть супер социально, это тоже не ко мне. Я индивидуум, я просто личность, уникальная личность по-своему. Я веду свой канал так, как мне удобно, так, как мне комфортно. Я освещаю темы, которые мне нравятся, которые я считаю, что будут полезны, либо по запросу. И это канал обо мне,
и о моей жизни. Все, если я вам нравлюсь как личность и вас зацепили какие-то видео, оставайтесь, будем общаться, я буду продолжать это делать именно для вас. Если вас что-то не устраивает, качество, звук и так далее, то, пожалуйста, идите на другие каналы, где будет все супер-пупер, где подготовка идет недельная и видео снимают редко, но метко. У меня немножко другой формат, другое направление. Здесь просто я, просто то, что я делаю, а люди уже либо остаются, либо нет, которым нравится то, что я делаю. Итак, поехали, топ бесячих вопросов. Я думаю, что если вы пришли на мой канал, то наверняка один из этих вопросов у вас точно возник, и я на них сейчас отвечу. Итак, сколько мне лет? Я уже сказала, мне 32 года сейчас. Мое настоящее имя. Мое настоящее имя Надежда, да. Но на канале со своими подписчиками, со своими зрителями, я люблю, когда меня называют Селеной. Я не зря придумала это имя, я хочу, чтобы меня называли именно так. Я разделяю свою личную жизнь, где я Надя, Надежда, и не люблю, когда зрители, которые меня не знают, как Надю и как какого-то такого человека, называют меня этим именем. Я Селена, Селена Свей, Силя, Селеночка и так далее, как хотите, Селенка, называйте меня. Но я не люблю, когда меня называют Надя. Можете это иметь в виду, пожалуйста, можете называть мое имя каждый раз, подчеркивая этот момент, Надя, Надежда и так далее. Но знайте, что я воспринимаю это как, знаете, как залезть немного в мое личное, да? Я все равно не подпущу никого ближе, чем нужно. Я Селена, и называйте меня Селеном. У меня даже татуировка скоро будет. Селена Свей. А я думаю, это круче паспорта. И имя, да, я свое люблю. Просто для меня это имя, это мое личное имя. А у меня есть псевдоним для того, что я вот под этим псевдонимом работаю, творю и так далее. Поэтому мне бы хотелось, чтобы именно этим именем меня и называли. Ну а там дело ваше. Прислушиваетесь вы ко мне или нет? Понятно, что хейтеры будут говорить «Надя», «Надька» и так далее. Я сразу вам могу сказать, пошли в жопу. Третье. Почему Селена? Почему Селена именно назвалась? Да нет ничего, почему Селена. Селена, Свей, это определенные слова. Селена переводится как сила Ленина, Свей переводится как господство и власть. Но у меня оно не над людьми, а оно направлено внутрь меня. Господство и власть над своими эмоциями, над своим разумом и умом. Это моя цель. Как зовут моего сына? Моего сына зовут Даниэл, все через букву Э. Сколько ему лет? Ему сейчас 10,5 месяцев. 23 сентября ему будет год, и я планирую на год его показать. Это еще один вопрос из самых задаваемых. Когда покажешь ребенка? Я покажу его в год. Я планирую показать его в год, снять видео, день рождения и показать его вам. Если все будет хорошо. Почему мы назвали именно Даниэл? Другого имени для мальчика у нас просто не было. Мы называли его вместе с мужем, мы проштудировали весь интернет, от арабских до английско-американских, русских имен, все на свете. И только Даниэл — это единственное имя, именно пишется оно так, Даниэл, это не Даня, это Дэни. И это единственное, что легло нам просто интуитивно на душу. И все. И то, что не ассоциировалось у нас с чем-то плохим. Мы такие, с богатым опытом люди с моим мужем, поэтому нам есть что вспомнить с каждым именем. Как бы я назвала девочку? Мне нравятся женские имена. Вероника и Мирослава. И если бы у меня была девочка, я бы назвала ее Вероника. Но моему мужу не нравится Вероника и так далее. Поэтому... наверное, Мирослава была бы. Мира, очень красивое имя. Дальше. Где муж? Сколько ему лет? Как его зовут? Где он живет? Где работает? Сколько зарабатывает? Когда мы будем с ним вместе? Это вопрос моего личного. Конечно, на некоторые эти вопросы я уже отвечала и в прямом эфире и так далее. Я устала на них отвечать. И я, в принципе, говорю, что мы с мужем живем на расстоянии. У нас такие отношения. Мы в этих отношениях счастливы. И да, у нас будет момент, когда мы воссоединимся и будем вместе. Но это только наше личное. Когда это будет, тогда это будет. Вопрос, расписаны ли мы или нет. Официального штампа в паспорте у нас нету. Но мне никогда это не было никаким смущением, ничего. Мы в любой момент можем пойти и расписаться. Буквально на днях мы решали этот момент. И я сказала, что давай пока не будем этого делать, потому что это не нужно. Нам не нужны лишние бумаги, документы, пока мы живем раздельно.
мне не нужен какой-то лишний геморрой, когда я делаю какие-то моменты с ребенком. Вот и все. Этот штамп ничего не значит. Я говорю, что я замужем, потому что я за своим мужчиной. И это очень важно. И последний вопрос, который мне часто задают. Когда видео? Когда новая песня? Когда то, когда то, когда то? Я человек спонтанный и не могу сказать точно, когда будет что-то. Поэтому, знаете, весь мой ответ на слова «когда» — это «скоро». Все скоро, все в процессе, я все делаю. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы, и сейчас у вас больше появилось ясности в голове, и после моих ответов, как и что я ответила, вы поняли меня хоть немного как человека и решили для себя, хотите ли вы остаться на этом канале или нет. Поэтому я за то, чтобы вы были счастливы, поэтому если вам не нравится то, что я говорю, как я отвечаю, как я снимаю, что я снимаю, то, пожалуйста, я желаю вам найти блогера по душе, чтобы вы его полюбили и на самом деле видели во мне то, что видят мои постоянные зрители, которых я очень люблю, которые пишут мне невероятные сообщения, ради которых я творю и все делаю. Вы все для меня, и я не устану никогда, не уйду с Ютуба, пока смерть не разлучит нас. Все, с вами была Селена Свей. Я вас очень люблю и прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока.